Жители поселка Горячий Ключ ликуют. Теперь у них будет водоснабжение. Такой подарок сельчане получили в рамках межведомственной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Рабочие уже прокладывают сети. Они проходят по трем улицам – Коммунистическая, Мира и Лесная. Жителей здесь 800 человек проживает, то есть полностью закрывается водоснабжение всех жителей поселка. Для жителей будут также колонки устанавливаться, 10 колонок, и по противопожарной безопасности 12 пожарных гидрантов. Систему водоснабжения проводят под тщательным контролем. Например, сегодня на участок приезжал мэр Иркутского района Леонид Фролов. Сейчас выполнено уже 20% работ от общего плана. Несмотря на некоторые сложности в специфике местности, подрядчик уверяет, к 1 октября все будет готово. В данном населенном пункте непростые грунты здесь, и улицы не такие, да, широкие, как хотелось бы. Но мы все делаем для того, чтобы сделать работу вовремя. Раньше воду приходилось добывать самостоятельно. На это жители тратили много сил и времени. Сейчас ценный ресурс будет в открытом доступе. У нас скважина. Раньше было у нас что получается? Зимой на санках флягами. Летом на тележке флягами. Раньше в нашем поселке были водокачки, и люди местные брали воду оттуда, и был местный подвоз еще воды. А сейчас, на данный момент, уже пол поселка у нас имеет централизованное водоснабжение холодное. И люди, ну, кто имеет возможность, уже провели в дом дома. Строительство сетей обеспечит жителям Горячего Ключа чистую питьевую воду. Элина Собенникова, Артур Ощупкин. Новости сейчас.